عشق مزار ده، دل آزار ده، ار بازار ده، ارزان ناموز ایتلمیز خار، الده ده مکار تکرار و تکرار سرسان ناموز قلبموز لرگه، ساخته سوز لرگه ناموزسیز لرگه، یالغان ناموز تشلب کتلگن، قدر تو کلگن Bugün keçilgen iman mı namus, erzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Ну, мы так и будем сидеть. Как? Я говорю так. Каждый день встречаемся на улице. Ты хочешь куда-то пойти? Скажи, и мы поедем. Поедем на природу или на рыбалку. А? Я что, ребенок? Ну что ты хочешь сказать? Скажи, что хочешь. Когда вы отправите своих сватов? Ты шутишь? Что ты несешь? Зачем мне шутить? Я что, не человек? Ты-то человек, но знаешь ли, есть это одно «но». Неужели ты думаешь, что я ни о чем не знаю? Я же в подробностях знаю, с кем ты сбежала, когда, что было. Почему ты стараешься пудрить мне мозги? Значит, вы гуляете со мной ради развлечения? Нет, конечно. Знаешь, я рядом, потому что ты мне понравилась. Понравилась? Что это значит? Вы ведь не женитесь на мне. Значит, вам нужно развлечение на один день. Постой. Послушай, я разве тебе хоть раз сказал пойти куда-то или силой тянул тебя в гостиницу? Или ты почувствовал от меня похожую на эту цель? Нет. Тогда почему ты мне так говоришь? Я просто вас не понимаю. И не поймешь. Потому что я сам еще себя полностью не понял. Идемте, дочка. Вы приготовили плов? Да, мамочка. Скоро будет готов. Вы позвонили Алишеру, поговорили с ним? Нет, папочка, я еще не говорила с ним. Тогда скорее позвоните. Пусть он приедет обязательно к ужину. Хорошо. Милая? Да. Твоей дочери не видно? Но дыра у себя в комнате. Это твоя дочь в последнее время перестала выходить из своей комнаты. Главное, чтобы она не прилипла к своему телефону. Ну а что она может здесь делать? Снова начнет какие-то проблемы. Да бросьте, пусть сидит у себя. Ужин будет готов, выйдет. Ты так избаловала свою дочь. Теперь она, кого не увидела бы, на всех кидается. Дорогой. Папочка, Алишер Океан не отвечает на телефон. Ну ладно. Много пациентов, наверное. Работает. Да, наверное, это так. Ладно, доченька. Забудьте. Он сам приедет. Хорошо. Я буду на кухне. Ты сделал успокоительное? Да, она уснула. Что мы теперь будем делать? Ничего. Утром ты с ней поговоришь. Что значит поговорю? Ты не придешь?
Зачем мне приходить, Нафиса? Гузаль очень в тяжелом состоянии. Не оставляй ее на меня. А что мне делать? Домой забрать? Ты не понимаешь. Ты видел, что сегодня было? Видел, Нафиса, видел. Алишер, это не в первый раз. Она каждый день совершает самоубийство. Нафиса, я семейный человек. Сейчас у меня нет ни возможности, ни желания разбираться с Гузаль. Пойми же. А я? Как же я? Мой муж завтра приедет с работы. Куда я потом отправлю Гузаль? Даже не знаю. Ладно, иди и отвези ее домой. Ее родные не принимают ее. Ты знаешь, что сказал ее отец? Сказал, пусть умирает, что ему нет дела до нее. А мама? Ты говорила с ее мамой? Эй, ее мать лишь спрашивает, как она. Но и она не идет, спрашивая, где ее дочь. Она не может выйти из дома. Эй. Она каждый час звонит мне и умоляет. Но что мне делать? Скажи мне сам. Мне и своих проблем хватает сейчас. Мой муж на работе, а сын у бабушки. Если они завтра вернутся, я ни на минуту не смогу ее взять. Сделай что-нибудь, Алишер. Прости. Я не могу помочь тебе. Алишер, не поступай так. Нафиса, моя жизнь только налаживается. Только-только наступил покой в доме, понимаешь? Я больше не могу рисковать. Прошу тебя, найди какой-нибудь выход. Илола? Да, папа. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Идем, садись. Как вы, папа? Почему не спите? Что вы здесь делаете? Как дела на работе? Хорошо, все в порядке. Сегодня на работу пришла Гузаль? Да, сразу доложили. Да, пришла. Что случилось? Вам же все рассказали. Зачем мне врать? Я немного разозлилась. Да, я переборщила. Простите, папа. Но у нее и вправду нет права приходить. Что бы там ни было... Не нужно было так позориться на улице. Ты теперь все-таки начальник. Будь более терпеливый. Хорошо, папа. Хорошо. А? Ассалам алейкум. Валейкум ассалам. Что ты делаешь на ночь глядя? Ты заскучала, да? Вытираю пыль. Не видите? Нет, я вижу, что ты вытираешь. Но почему ты делаешь это ночью? Да хватит уже, все. Нет, я должна вытереть до конца. Осталось немного. Как это немного осталось? Ты же только начала. Ну-ка. Ого, смотри, какая холодная вода. Ты же замерзнешь. Смотри, как твои руки замерзли. Все. Я должна сегодня закончить. Я обязана закончить. Почему это должна закончить? Кто-то сказал? Что сказал? А? Тебе кто-нибудь сказал, чтобы ты убиралась? Приходила сестра. Сказала, какие дела мне надо сделать дома. Да сказала бы, что так. Если она завтра придет, а я все не успею сделать, я получу. Мне будет неловко. Вот в чем дело. Все, я сам скажу сестре. Все, хватит. Не говорите сестре, а то она скажет, что я поябедничала.
не говорить ей ничего, пожалуйста. Остальное оставь на меня. Все, все, хватит, идем. Все, убирай. Идем сюда. Идем. Все, давай скорей. Вот, возьми свои вещи. Ну-ка, держи. Идем. Я отнесу. Иди, иди, отнеси, но возвращайся скорей. Ой. Почему ты здесь уснула? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Уснула немного. Уснула, пока ждала меня? Да, так. Почему вы не ответили на мой звонок? Я не увидел. А, после того, как увидел, уже сам пришел. Я приготовила плов. Смотрю, а вас нет. Я очень заждалась вас. Вам подогреть? Нет. Спасибо. Я не голоден. С кем вы там ужинали? Что ты так сильно щипаешь? Почему смеешься? Нет, что с вами, женщинами, вообще случилось? У мужчин тоже есть друзья. Вот я был вместе с друзьями. Поел немного с ними и все. Так и продолжайте есть на улице, когда дома есть готовая еда, хорошо? Потом, если у вас заболит живот, то вам самому нужен будет доктор. Наверное, не до такой степени, как ты описала. Ну хорошо, даже если это так, так вот, ты же ведь есть, сама вылечишь меня. И чай пить не будете? Нет, не нужно. Лучше зайдем, поспим. Я сегодня очень устал. Вы, наверное, много работали. Сейчас вы уснете сразу, как ваша голова коснется подушки. Ну, может, не до такой степени. Может... И такое будет. Человеку спать хочется, когда ему скучно. Вот оно как. Яшинаке, что с вами происходит? Все хорошо? Яшинаке, о чем вы думаете? Эй, Яшинаке! Что такое? Ой, вы не знали, как я зашла в комнату? Да, немного. Отвлекся. Что-то сказала? О чем вы так задумались? Да, я сам, просто так. Да, я сегодня пошла домой к братишке. Немного поговорила с невесткой и преподала ей небольшой урок. Ты шутишь? Нет. Она же новая невестка. Наоборот, новых невесток нужно изначально перевоспитывать. Потом они избалуются. Я сама пошла и вручила ей дела, которые хватит до сегодняшнего вечера. И до завтрашнего утра ей хватит. Завтра пойду и сама все проверю. Эта девушка выросла в крохотной квартире. Почему ты ее завалила делами большого дома? Зачем тебе вмешиваться в дела молодых? Оставь, пусть они вместе живут счастливо. Что? Я хочу, чтобы они были счастливы? Просто я не хочу, чтобы завтра она села на шею моего братишки. Я буду для нее свекровью вместо моей мамы. Свекровь?
только этого не хватало. Что? Свекровь говорит. Оставь в покое молодых. Эй, вы не вмешивайтесь, я сама знаю. Завтра мой братишка скажет мне спасибо. Ладно, делай, что хочешь. Нет толку тебе что-то объяснять. Ты все равно сделаешь по-своему. Так и сделаю. Я думаю о своем братишке. Понятно? Эх, еще годы пройдут, и он скажет спасибо. Где я? Аль-Шираке, о чем вы думаете? Да, просто так. Аль-Шираке, вы мне кое-что обещали, помните? И? Вы говорили, что хоть иногда вы разрешите видеть нашего сына. Я соскучилась по нему. Скучаю по его запаху. Еще немного потерпи. Они сейчас не в городе. Не в городе? Вы хотя бы общаетесь с Батыраке? Да, общаюсь. Они сейчас за городом. Если они вернутся, то ты можешь видеть его раз в неделю. Когда они вернутся? Мы не можем сами поехать. Я тоже не знаю, где они сейчас, но я могу уговорить их вернуться скорее. Это только зависит от тебя. От меня? Да, от тебя. Если после того, как они приедут, ты не будешь устраивать скандал, не создашь проблем, как раньше, то я скажу им, чтобы скорее они приехали в город. Да, сделайте так. Я согласна. Мне главное видеть своего ребенка. Хорошо, завтра поговорю с Батыром. Спасибо вам. Не за что. Алло. Да, Гарри, как ты? Почему ты звонишь мне? Короче, есть сообщение вам от Тимура. Либо Санам, либо ты должны пойти к Тимуру. Тимур говорит... Что ты несешь? Ты в своем уме? Разве можно говорить, что вздумается? Не знаю, он мне так сказал. Либо ты, либо твоя жена должны пойти. Послушай меня, она моя жена. Никуда она не пойдет, понятно? И скажи Тимуру... Пусть он вообще не беспокоит меня, не пудрит мне мозги, понял? Ты сам прекрасно знаешь, если не выполнить его просьбу, он сильно разозлится. Пусть делает то, что сможет. Больше не звони мне, понял? Не то ты сам измучаешься. Я тебе передал, а остальное решать тебе. Эй, короче, делай, что хочешь. Сынок, как ты? Где Гузаль? Она не появилась. Почему не пришла? Вот, я ведь пришла. Зачем она тебе? Нет. Мама, почему Гузаль вообще не приходит? Она вообще дома? Надеюсь, вы ее не выгнали? Ей стыдно приходить к тебе. Почему? Да брось, сынок, забудь. Все, хватит, не спрашивай больше. Как ты сам? Тебе не трудно? Терпимо. Не переживайте. Как мне не переживать? Если мы проиграем в суде, то тебе дадут 10 лет тюрьмы. Это не маленький срок.
Как я буду терпеть столько лет? Как я буду жить? Мама, хватит уже, пожалуйста. Не давите еще больше на меня, а? Я и сам знаю, через что я прохожу. Ну, что поделать. Сколько тебе исполнится? Через 10 лет. А? Твоя жизнь ведь пролетит за решеткой. Проживу ли я до тех дней или нет, Бог знает. Ради чего все это? Ради твоей любви? А? Мама, не говорите таких слов. Пожалуйста. Все повторяется. Все становится похожим на жизнь твоего отца, Фархот. Ладно, хорошего дня. Не обязательно меня провожать. Да? Почему ты смеешься? Все нормально? Помните, что говорили вчера с просонья? Я не говорю с просонья. А я все своими ушами слышала. Что я сказал? Говорили, Санам, не уходи. Не оставляй меня одного. Я не могу без тебя жить. Да брось! Правда? Я вас что, бросила во сне? Не неси чепуху. Я не помню. Я не делаю так, когда сплю. Да, всегда так. Да? Вы не забываете то, что вам нужно. О-о-о! А я обманываю, да? Ладно, хватит шутить. Я поеду на работу после того, как... Я уйду, запри дверь, хорошо? Да нет, не запру. Сестра придет. Какая сестра? Ну, я говорю о Зарнигор сестре. Она вчера сказала, что утром придет. А зачем ей приходить? Откуда мне знать? Я же не буду спрашивать, зачем вы придете. Ну ладно, после того, как я уйду, ты запри дверь. Если придет сестра, то снова откроешь. Идем, запри дверь. Что случилось? Все нормально? Да, все нормально. А что? Ты же дома одна сидишь. Конечно, я буду переживать. На всякий случай. Идем, запри дверь. Хорошо. Хорошего пути. Ассаламу алейкум. Дайте, милый. Валейкум. Валейкум ассалам. А ты как? Хорошо отдохнул. Да, все нормально. Как вы сами? Все хорошо. Бисмилла. Ну, сынок. У тебя сегодня хорошее настроение. Угу. Возьмите. Спасибо. Сам просто так. Не удивляйтесь, если теперь каждый день будет так. Вы хорошо отдохнули? Да, хорошо. Что ты готовишь? Почему так вкусно пахнет? Готовлю блинчики с добавлением любви. Вам же нравится? Вот я и приготовила. Угу. А, вы так сладко спали, поэтому я вас не разбудила. Ну ты просто молодец. Вот теперь я опаздываю на работу. Нет, вы сейчас не уйдете. Мои блинчики еще не готовы. Нет, я опаздываю. Ты положи их мне с собой. Я на работе покушаю. Хорошо, сейчас. Сейчас. Только скорее, ни то не поем. Хорошо. Папа, угощайтесь. Берите, говорит. Сделайте дуа для меня. Ой. Опаздываю на работу. Не поешь до да конца? Да нет, Гульнара уже готовит блинчик. Его и поем. Дорогой. Ну-ка, Ирахами, пусть будет мир и покой. Аллаху акбар. Хорошего вам дня. Ну иди, сынок. Видите? Хорошо. Ладно, счастливо оставаться. Ну ладно, хорошего пути, сыночек. Ой. Мамочка, я провожу Алишера. Ну ладно, дочка, идите. Не могут насладиться друг другом. Как новый жених и невестка, да? И не говори. Хорошо, что они начали любить друг друга. Они только начинают жить жизнью после свадьбы. Дай Бог, чтобы всегда было так. Я надеюсь, наших детей не сглазят. Иллях. Пусть всегда они будут счастливы. Аллаху акбар.
Что это? Ой, вы же сейчас сами сказали, что по дороге поедете. Вот эти блинчики. А, кстати, ты приготовила мне и обед, да? Нет. Вы же сами вчера сказали, что не будете есть плов. Я не сказал, что не буду. Я лишь сказал, что поел на улице, и все. Ну, короче. Вот и сегодня поедите на улице, а потом поймете мою значимость. Хорошо? Ну, ладно. Что ж поделать. Хорошо. Подождите, Алишераке. Это самое... Вы не поговорили с Батыраке? А, хорошо, что напомнила. У меня есть две новости для тебя. Одна хорошая, а вторая еще лучше. Здорово же. Мне показать первую, да? Вот. Мой сыночек милый. Подожди. Подождите, вы хотите меня вот так вот сейчас успокоить и все? Да не спеши же. Я же сказал, что у меня две новости. А вторая хорошая новость, потому что, когда я вчера разговаривал с Батыром, он сказал, что они скоро приедут в город. Правда? Очень хорошо. Когда они вернутся? В какой день? Они сказали, что скоро, но я еще не знаю, в какой день. Если они скажут точный день, я скажу тебе, хорошо? Хорошо. Спасибо вам, Алишераке. Да не за что. И мне тоже отправьте это видео, хорошо? Угу, хорошо. Сейчас же. Отправлю, хорошо, все. Будьте осторожны. Хорошо, хорошего дня. Что ты делаешь? А, ничего. Решила все прибрать. Ты иди, я сама все приберу. Нет, не нужно. Я уже убрала. Ты не пойдешь на работу? Пойду, мне нужно поехать. Дорогая, пойми, я не могу целый день сидеть и следить за тобой. Мне нужно пойти на работу. И сегодня еще приедет мой муж. Я уже не знаю, что мне делать. Нафиса, ты спокойно иди. Тебе не обязательно быть со мной. Я боюсь, Гузаль. Что ты делала с тех пор, как пришла сюда? Я же говорю, я ничего не буду делать. Я сама спокойно посижу, не переживай. Ты обещаешь? Если хочешь, я приготовлю ужин до твоего прихода. Нет, нет, не нужно. Только ты не заходи на кухню, вот и все. Если можно, то вообще не заходи. Хорошо. Ты пока выйди в зал, я сейчас выйду, хорошо? Потом уеду. О, боже мой, дай мне терпение. Куда я теперь все это спрячу? Мамочка? Да? Посмотрите на него, посмотрите на нашего Абдул-Азиза. Папочка, смотрите. Ой, сыночек, сын моего сына. Милый мой, сладенький. Какой он хороший. Эй, перестань причитать. Ну-ка. Посмотрите. А, невестка. Вы так только будете мучить себя. У вас еще будет много детей, доченька. Весь дом будет полон ваших детей. Но если... вы так будете делать, то завтра снова начнутся проблемы. Да бросьте, дорогой. Мы только смотрим на него. Он такой милый. Я очень скучаю по нему, мама. Эй, милая, что ты делаешь? Как они тогда начнут новую жизнь, а? Она же не может жить так, будто ее ребенка не существует. Нужно немного времени. Когда у них снова будет ребенок, тогда случится то, что вы говорите. Что бы там ни было,
Им теперь нужно отказаться от этого ребенка. Они лишь будут мучить себя. Пусть пройдет немного времени. Она придет в себя. Слушаю. Алишер, как ты? Где ты? В пути, еду на работу. Все нормально? Гузаль в порядке? Нехорошо. Я тоже должна была поехать на работу. Я не знаю, что мне делать с Гузаль. А что ты хочешь сделать? Я же говорю, не знаю, Алишер. Ты лучше помоги мне, Алишер, пожалуйста. Давай найдем какой-то выход. Я не знаю. Сделай что-нибудь, Нафиса. А что мне сделать? Алишер, куда я ее отвезу? Нафиса, ты как женщина и не можешь ее держать дома. А что я могу сделать? Дело не в этом, Алишер. А в чем тогда? Ее нельзя оставлять одну. Так еще сегодня приедет мой муж. Что я ему скажу? Нафиса, прошу тебя, спрашивай о чем хочешь, но не вмешивай меня в эти дела, Гузаль. Мои родные еле-еле забыли о ней. Тогда что мне делать? Да я не знаю. Наверное, найдешь какой-то выход, Нафиса. Короче, я за рулем. Потом поговорим, хорошо? Послушай меня, подожди. Ладно. О, боже мой. Что бы там ни было, я не должен вмешиваться. Ты семейный человек, Алишер. И вправду, в такой момент все куда-то уходят. Как я брошу ее одну? Может, позже приду и проведу ее? Боже мой. Сейчас. Кто это? Откройте, невестка, это я. Почему вы закрыли дверь? Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Боже мой, почему вы заперлись, невестка? Это Голубаке сказал, поэтому я закрыла. Он всегда говорит. Вы же новый жених и невестка. Разве не стыдно? Все-таки домой будут приходить гости. Даже если мужчина не понимает, вы должны знать, невестка. Имейте немного совести. Простите, я тоже сказала Голубаке. Но он уперся, чтобы я заперлась. Ну? Вы сделали то, что я вчера сказала? Да, я все сделала. Идемте вовнутрь. А вы заходите домой и заварите чаю. Я сейчас зайду. Ладно. Идите. Скорее двигайтесь, невестка. Хорошо. Боже мой. Не сглазить бы. Он сильно вырос, да? Когда я увидела, я тоже удивилась, мама. Мой хороший, пусть он будет здоров. Пусть будет так, как вы сказали, мама. Но ты удали это. Почему, мама? Какой толк мучить себя? Я не мучаю. Я и так буду мучиться, если не буду видеть своего ребенка. А сейчас я очень рада, увидев, что он в порядке. Я понимаю тебя, дочка. Я хотела сказать о другом. Теперь ты снова должна иметь ребенка, понимаешь? Я это знаю. Тогда не ходи с открытым ртом. Постарайся. Хорошо, мама. И это будет, даст Бог. Вот, все ведь идет потихоньку, налаживается. Ну да, слава Богу. Ты даже не можешь, как я рада, доченька. Знаю, мамочка. Вы днем и ночью думаете обо мне. И сейчас так. О ком мне еще думать, кроме тебя, дочка? Но папа и сестра не увидели этих дней, мамочка.
Да, кстати, как там Хумаюнджон? Я тоже занята своими проблемами, вместо того, чтобы проведывать вас, лишь навалила вам проблем. Не говори так. Бог дает испытания, но после обязательно вознаградит. Вот потихоньку и наша жизнь налаживается. Слава Аллаху. Ты вызывала? Да, как вы, Нафисапа? Спасибо, неплохо. Где Гузаль? Вы не привели ее? Не привела. А что? Ты снова хочешь ее убить? Я не такой жестокий человек, как вы думаете. Да, мы вчера все видели это. Где Гузаль? Дома. Она что, у вас живет? Да, так. А ваш муж молчит? Тебе-то что? Не поняла. Что ты не понимаешь? Тебе же не нужна Гузаль. Зачем ты спрашиваешь о ней? Говорите со мной нормально. Могла бы немного постыдиться. Что бы там ни было, вы сестры. Она взяла себя на работу, когда ты пришла. А смотри, что ты делаешь. Не умничайте мне тут. Идите. На самом деле, семейно бессовестные люди – это вы. Ну как вы? Как вы доехали? Да, все в порядке. Сказал, чтобы я скорее приехал. Есть же этот Тимур. Он снова начал выходить на связь. Как это? Он же лежит в психушке. Да, он в психбольнице, но он, сидя там, отправляет своих людей. Один его человек позвонил сегодня и сказал, что Тимур Аке хочет поговорить со мной. А ты что сказал? А что я скажу? Бросил трубку, сказал, что не буду говорить. Правильно. Тимур в психбольнице. Теперь он ничего не может сделать. Ты же знаешь, забыл. Пусть делает, что хочет. Правильно, но я вдруг подумал, может пойти и послушать, что его там мучает. Что скажете? Не ходи. Зачем тебе? Если ты сейчас пойдешь, то вмешаешь его в свою жизнь. Тебе нужны проблемы? Я же говорю тебе, он ничего не сможет сделать. Да, вы правы. Ладно, я тогда просто не буду обращать внимания, да? Сделай так. Хорошо. Ты забудь об этом. Жених, все хорошо. Но как жизнь? Да, пойдет нормально. Все в порядке? Первый день прошел хорошо? Да, что вы говорите? Ну, правильно, мы близки, но не думаю, что мы близки так, что можно спрашивать о таком, что заставляет чувствовать себя неудобно. Ну, теперь... Ладно, мы начали переживать обо всем после Гульноры. Да, хорошо, неплохо. Пойдет. Все в порядке. Ну, хорошо. Нафиса, как ты? Хорошо, спасибо. Нафиса. Чего тебе? Как Гузаль? Тебе-то что? Ой, что это значит? Ты же сказал, что тебе не нужна головная боль. Зачем ты снова спрашиваешь? Все понятно, хорошо. Ладно, успокойся. Я просто спросил, потому что ты сказала, что не знаешь, что делать. Где ты ее оставила, Нафиса? Дома оставила, где еще? Ой, а у нее рядом кто-нибудь есть? Нет, никого рядом. Нафиса, как ты ее вообще оставила одну там? Ты же сама утром сказала, что она пыталась убить себя. А что мне нужно делать? Я же не могу целый день ходить за ней, как нянька. Я и так согласилась на это, Алишер. Но ты ведь сам видел вчера, что было.
Ее сестренка чуть ли не убила ее. Я их вообще не понимаю, честное слово. А ее родители? Эй, родители еще хуже. Ее отец даже не хочет слышать о Гузаль. А мать всегда лишь говорит по телефону, как она. Ты не объяснила им ситуацию? Эй, объясняла. Им нет дела даже до ее смерти. Ладно, говори потише, хорошо? Да еще Абдулякя меня поругал. Что я им сделала? Нет, что они за люди такие, я не понимаю. Разве можно быть такими? Ведь что бы там ни было, Гузаль ведь их ребенок родной. Разве можно быть такими жестокими, безжалостными людьми? Тут еще и ты везешь себя так. Сегодня приедет мой муж. Я не знаю, что я буду делать. Я же не выгоню ее на улицу, понимаешь? Ладно, ты иди домой. Зачем? Надо же это решить. Хорошо, ладно. Я пойду переоденусь. Я буду в машине. А, все хорошо? Ваша сватья. Сватья? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сидите спокойно, пьете чай. Как вы поживаете, сват? Ха. Если сидим спокойно, то в своем доме, сватья. Мы же вроде не приносим вам вреда. Вреда? Могли бы немного постыдиться. У вас вообще есть совесть, что вы за люди такие? Наверное, и ваша дочь спокойно лежит у себя, да? Потише. Успокойтесь немного. Да, поняли. Вы пришли оскорблять нас. Но Гузаль здесь нет. Хорошо. Тогда скажите, где она? Я не знаю. Мне нужна ваша дочь. Сейчас же позовите ее. Ей нужно лишь подписаться. Вот на эти документы. Я потом уйду. Я даже следа своего здесь не покажу. Они разведутся. С какой совестью вы пришли? Сейчас же уходите из моего дома. Эй, перестаньте! Скоро стены этого дома разрушатся из-за вашей ссоры. Что вообще с вами происходит? Вы все взрослые люди. Разве нужно все решать руганью? Садитесь сюда, сватья. Вы что, пришли с нами ссориться? Нет. Ведь мы все люди. Почему всегда должны разговаривать друг с другом, ругаясь, как звери? Нельзя говорить так. Сватья. Вы пришли сюда ссориться или по какому-то делу? Скажите нам это. Если мы можем, то сделаем. Поможем. Ладно, хорошо. Из-за вашей дочери мой сын сидит в тюрьме. Я должна ждать своего сына 10 лет. Наверное, нет толку говорить вам все это. Столько всего произошло, а вы ни разу не проведывали моего сына. Найдите мне Гузаль. Ей нужно всего лишь подписать эти документы о разводе. Потом я оставлю вас в покое. Можете жить спокойно здесь. Я вас понял, сватья. Для начала... Лично я прошу прощения у вас за то, что мы воспитали такую бессовестную дочь. Мне самому стыдно, что у меня есть такая дочь. Но
вам придется искать Гузаль в другом месте. Потому что у меня теперь нет такой дочери. Потому что я отрекся от нее. Дорогой. Geçilgen ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namus sizlerge, yalgan mı namus, taşlep getirgen ey kadri tokilgen.